Казани поговорили об открытиях в области химии. Что общего у подсолнечного масла и нефти? Кто он, самый страшный мифический герой в татарской литературе? Всем привет! В эфире «Универ новости», а в студии Карина Саяхова. В столице Индии, в городе Нью-Дели, состоялись первый индийско-российский образовательный саммит и выставка «Российское образование 2024». Казанский федеральный университет на мероприятии представляли заместитель директора по международной деятельности Института управления экономикой и финансов Оксана Полякова и заместитель директора по международной деятельности Института фундаментальной медицины и биологии Альбина Валеева. Образовательный саммит – это первое в истории российско-индийских отношений масштабное мероприятие, посвященное вопросам сотрудничества в сфере образования. В рамках саммита были организованы панельные дискуссии, круглые столы с российскими и индийскими вузами, презентации стартапов российских университетов и посещение индийских университетов. Международный симпозиум «Дизайн и синтез супрамолекулярных архитектур», посвященный 90-летнему юбилею Александра Коновалова, стартовал сегодня, 15 апреля. Мероприятие обещает стать значимым и интересным событием для всех участников, собравшихся с целью обмена знаниями, опытом и новыми идеями в этой научной области. На сколько дней рассчитана программа и что ждет ученых, расскажем прямо сейчас. Казань готовится принять ведущих ученых со всего мира на 10-м международном симпозиуме по супрамолекулярной химии, который стартовал 15 апреля и завершится 19 апреля. Организаторы – Казанский федеральный университет, Казанский научный центр Российской академии наук, Институт органической и физической химии имени Арбузова и Общероссийская общественная организация Российское химическое общество имени Менделеева пригласили маститых ученых и высококлассных специалистов принять участие в событии, которое посвящено 90-летнему юбилею Александра Коновалова, ученого с мировым именем, научного деятеля, работника высшего образования, современного лидера всемирно известной Казанской химической школы, колыбели российской органической химии. Это традиционная конференция для Казанского университета, истоки которой относятся к 2000 году. Вот первый симпозиум был организован в 2000 году. И сегодня 10-й симпозиум. И что очень важно, что председателем организационного комитета первой девяти был академик, глава Казанской химической школы Александр Иванович Коновалов. Программа конференции включала в себя пленарные, ключевые и устные доклады и флеш-презентации молодых ученых. В рамках симпозиума обсуждались различные аспекты супрамолекулярной химии, координационной химии, нанотехнологий и современного материаловедения. Научная повестка охватила такие темы, как молекулярное распознавание и химия гость-хозяин, изучение процессов спонтанной организации молекул в сложные структуры, биомиметические функциональные супрамолекулярные системы, работа с кристаллическими структурами и многое другое. Коллеги обменялись ценным опытом и обсудили самые актуальные темы современности. Сегодня здесь собрались очень известные ученые, исследователи, талантливые, молодые ученые. И от лица многотысячного коллектива Казанского федерального университета позвольте вас сердечно поприветствовать и отметить, что эта конференция, она проходит очень знаменательный год, в год 220-летия со дня основания нашего университета. В ноябре месяце будет отмечать 220 лет. Помимо научной программы, гости симпозиума также смогли принять участие в различных заседаниях, докладах, дискуссиях и мастер-классах, представленных ведущими специалистами в области химии. Коллеги укрепили научные связи и установили новые контакты для дальнейшего сотрудничества. Резида Каримова, Кристина Отекина, Николай Суховский, «Универ новости». Что общего у подсолнечного масла и нефти? Оба эти продукта не подвергаются вторичному использованию. Однако ученые научно-исследовательской лаборатории Химического института имени Бутлерова Казанского федерального университета создали отечественные фильтры для нефтепродуктов. Что из себя представляет разработка и в чем ее актуальность, расскажет моя коллега Аделина Абдрахманова.
Ежедневно мы используем в своей жизни масло, а крупные предприятия используют нефтяные продукты. Но задумывались ли вы, что добыча, к примеру, черного золота – это не самый трудоемкий и дорогой процесс? Для того, чтобы наша экология не страдала, а необходимое нам топливо можно было использовать несколько раз, ученые научно-исследовательской лаборатории Химического института имени Бутлерова Казанского федерального университета начали разработку проекта «Синтетические полимерные материалы и композиты». Идея такая, чтобы одно вещество через эту мембрану проходило свободно, а то, которое нам не нужно, должно с этой стороны остаться. Вот фактически, если мы говорим об очистке моторных масел и других масел, то это как раз чистое масло должно пройти, а вот те примеси, которые образовались в ходе эксплуатации, они должны остаться здесь. Проект разработан при тесном сотрудничестве ученых Казанского федерального университета и Института нефтехимического синтеза имени Топчеева Российской академии наук. Как отмечают сами исследователи, с помощью селективных мембран происходит процесс фильтрации нефтепродуктов. Актуальность разработки заключается в том, что благодаря высококачественным наноматериалам возможно вторичное использование продукта. А это значит, что таким образом решится сразу несколько проблем, таких как отсутствие выбросов нефти и масла в окружающую среду и экономия финансовых средств. По словам ученых, это достигается благодаря термо- и химистойким материалам. Проблема в том, что это очень энергозатратное. Представляете себе колонну, ректификационную колонну высотой 50 метров, и вот она должна быть нагрета, чтобы вещества вот разделились на фракции. Это очень энергозатратная технология. Поэтому, а вот технология ультрафильтрации, она существенно с точки зрения подходов попроще, потому что надо просто фильтровать. Для того, чтобы создать такого рода мембраны, необходимо пройти несколько этапов. Сначала в аппарат загружают исходный материал полифенилинсульфида, который далее превращается в гранулы, после чего уже можно приступать к созданию наноматериала. Наших коллег очень заинтересовали наши пленки, и на основе предварительных результатов мы подготовили проект по получению мембран для очистки отработанных масел. У нас есть собственная рецептура разработанная, которая сейчас находится на стадии патентования, позволяющая нам получать пленки. Так как полифенилинсульфид очень высокотекучий, из него трудно получать пленочные материалы, мы добились таких результатов, что у нас очень высококачественная пленка получается. Проект «Очистка вязких углеводородов с применением новых термо- и химически стойких полимерных ультрафильтрационных мембран» стал победителем конкурса Российского научного фонда «Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований по поручениям президента Российской Федерации». На его реализацию в 2024-2027 годах будут выделены 15 миллионов рублей в год с возможностью продолжения проекта еще на 3 года. Всего на этот конкурс поступило порядка 400 заявок. Гранты получил 31 проект. Аделина Абдрахманова, Александр Антонов, Универ-Новости. Национальный образ, пугающий целое поколение татарских детей, продолжает интересовать и привлекать внимание ученых и филологов до сих пор. Кто ввел этот образ, сколько про него мифов и почему нельзя его путать с лешим, далее в сюжете. Именно благодаря Габдулле Тукаю появился первый миф о лесном духе. Народный поэт открыл Шурале длинный и светлый путь в искусство. У разных народов свое представление о Шурале. Но в общих чертах его можно описать как человекоподобное существо с вытянутыми руками, острыми и длинными когтями, царапающими землю во время ходьбы. Наиболее отличительный и горб с рогом на лбу. Поэтому все еще многие дети и даже те, кто слышал о нем в юношестве и уже достиг совершеннолетия, боятся его. На сегодняшний день Шурале – это один из самых популярных мифологических персонажей. Он не относится ни к демоническим, он вот такое вот существо живущее, это лесное такое вот существо. Это не лиший, это не кикимора, это абсолютно со своей вот этой ипостасью, со своим функционалом существо, которое живет в лесах. Я всегда говорю, самый везучий в плане живучести персонажей у татар – это Шурале. Ему повезло. Первые упоминания о нем появляются задолго до того, как Габдулла Тукай запечатлел его на страницах своего произведения. Поэтому не стоит рассматривать историю Шурале, опираясь лишь на информацию начала 20 века. Несмотря на запрет изучения мифов в народе, они продолжали существовать и проникали в детские игры и сказки взрослых. Вредоносность выражается только в том, что он очень любит
любит играть с человеческим существом. Он играет его, он любит его очень катать. Поэтому он следит за теми, кто пришел, по ягоды, за дровами. Он будет издавать всякие звуки. Он хочет, чтобы этот человек чуть-чуть подальше отошел, а потом он уже с ним будет беседовать. Не в целях убить, но он может именно чекотать. Самая популярная версия мифа о Шурале от Габдуллы Тукая стала основной. Именно по ней все знают о храбром подвиге героя татарина и слабостях лесного духа. Стоит отметить, что Шурале боится воды. Также его можно спугнуть, если ходить в лес с собакой, которая дали звучное, наделяющее страхом имя. К тому же в сказке писатель дал руководство по спасению. Человеку необходимо сделать так, чтобы Шурале засунул пальцы в щель бревна, и они застряли. Пока злобный дух будет выбираться, появится время для того, чтобы сбежать. Так что смекалка в помощь тем, кто имел неосторожность повстречать Шурале. Благодаря этой истории появились и разговоры о хитрости татар. Ведь именно ловкостью и коварством был побежден лесной дух. Если за тобой идет Шурале, ты видишь его. Если ты увидел какой-нибудь ручеек, который вот именно лесной, если ты его перешагнул, он за пределы не выйдет, он боится воды. И потом у него под мышками есть такие уязвимые, не скажу, что ранки, а такие вот очень своеобразные. У него не кожа, а какая-то перепонка только. Если туда насыпать, если вот он за тобой гонится, ты если туда насыпешь на него, вот под мышку попадешь солью, он будет орать, визжать, ему будет очень больно. Это его тоже уязвимое место. Татарские народные сказки, в которых фигурирует Шурале, рисуют его и как бойкого и веселого персонажа. Несмотря на образ злодея, он ведет себя как ребенок, любит шутить и проказничать. Одно из его любимых забав – воровство лошадей. На них он катается до тех пор, пока животное окончательно не выбьется из сил. Он очень любит лошадей. Любит лошадей. Бывало так, что на ночь лошадей отправляли в луга пастись, а потом утром весь такой вот в пене, объезженный, с сумасшедшими глазами, возвращается конь с ночного пастбища. Все знают, что на нем с ним резвился, играл, катался всю ночь на нем верхом, ездил Шурале. Также он заманивает одиноких путников в дремучую чащу леса. Задает неразрешимые задачки, а если человек их не отгадывает, Шурале щекочет своими длинными пальцами до смерти. А таких легенд прилично, где жители говорят, что у нас было, что мы, наша деревня, она проклята Шурале. Есть и такая, то есть они реально до сих пор, жители говорят, когда-то вот был такой случай, вот так-то, вот наши жители избили и проклял Шурале. Шурале сравнивают со многими существами из других мифологий, с сатирами и даже снежным человеком. Схожесть их не очевидна и заключается лишь в паре элементов. Различия же существенны, поэтому нельзя говорить, что это одинаковые мифические существа. Также многие ошибочно думают, что Шурале является аналогом лешего из русской мифологии и считается злым лесным духом. Но игривого Шурале не стоит бояться, если вы встретите его на пути. Он не такой уж и плохой дух, а самый настоящий защитник леса. Леший и Шурале совершенно индивидуальны и уникальны. Не стоит сравнивать их, а тем более путать. Это не леший, это не кикимора, это абсолютно со своей вот этой ипостасью, со своим функционалом существо, которое живет в лесах. Просто так к людям не нападает, но он просто любит играться. Он тоже некий своего рода дух леса, но это абсолютно не дух. То есть он живет там, это его место обитания. Шурале является уникальным татарским персонажем. Память о нем до сих пор живет. Его образ используется в различных брендах и изделиях. Зная историю его появления и то, сколько разных легенд имеет дух, становится только интереснее его изучать. В татарской мифологии огромное множество мифических существ, о которых мы можем даже не догадываться. Поэтому, вспоминая об уже известных персонажах, есть шанс найти тех, кто оставил след в истории, но только карандашом. Кристина Атёкина, Карина Саяхова, Резида Каримова, Универ-Новости. На этом все. В студии была Карина Саяхова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!